Благодаря нацпроекту в Югре отремонтируют улицу, названную в честь первого космонавта. Ханты-Мансийск вошел в десятку городов, в которых решили в этом году обновить улицы Гагарина. В окружном центре заменят дорожное полотно на участках от развязки на улице Чехова до улицы Посадской, а также от улицы Лермонтова до площади Свободы. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отмечу, улица Гагарина – важнейшая транспортная артерия в Ханты-Мансийске. Она ведет не только к туристическим объектам столицы Югры, но и к медицинским учреждениям, детским садам и общеобразовательным школам. В часы пиковой нагрузки интенсивность движения транспорта здесь может превышать 1400 единиц в час.